Лидеры стран армянской четверки намерены ускорить имплементацию минских договоренностей. Чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, первые лица Германии, Франции, России и президент Украины Петр Порошенко договорились в ближайшие месяцы добиться соблюдения минских соглашений всеми сторонами. Кроме того, поддержали решение ввести на Донбассе режим тишины, начиная с 30 марта. Обсудили вопрос освобождения пленных. Главы государств отметили, что для освобождения украинцев нужно приложить максимум усилий и провести обмен по формуле «всех на всех».